Очередная посылка из Китая, сайт AliExpress. Заказываю этой посылке зарядное устройство в машину для мобильного телефона. Вот, посылку предварительно же распечатал. Вот такое зарядное устройство. Стоит оно немного больше доллара. Прислали белого цвета. Мне можно было черный выбрать. Здесь на 2 USB можно заряжать 2 телефона. Здесь написано, что один USB на 2,1 ампера, а второй на 1 ампер. Проверить, действительно выдает ли такой мощность, у меня нет возможности. Но если учитать цену этого зарядного устройства, то я думаю, как бы его стоит обратить на него внимание. Вставляется в прикуриватель. Что могу сказать по поводу пластика? Пластик на вид качественный. Все работает, ничего не отпало. Ну, если кого заинтересовал товар, ссылку размещу ниже под видео. Смотрите, заказывайте. А я хочу с вами попрощаться. До скорых встреч, до следующих видео. Подписывайтесь на мой канал.